И сотка доходности. Ну почти 300. С чем-то и. Голды мы сотку голды нашли. Садучок клал еще, ларец выловил. И теперь типа, здесь и доходность. Сейчас же максимально сейчас тур прокачался. 300 там. 50 даже, 360 мы получим. Ну суммарно. У нас было 700, мы купили же этих. Восстанство этих воров. Они тоже навязываются, подвинуть, чтобы вассалами, чтобы с ними стать. Такие лорды. Не, у нас империя, а у них мой битель. Там, что они далеко их орки напрягают. У них как конфронтация, они... Ну, огры такие, можно сказать. Ты полуорки такие. Но это независимое течение тех, чтобы уже на них тянет. А у нас же оркский город есть, поэтому наши независимые, другие орки, типа правильные. А вот этот трейдпост и этот, и голдмайн, здесь крепость не достанет. Есть колдовство, которое дает рейндж, то есть поставить, если не достает, расколдовать. И, допустим, мана в золото качает, а там... Ну, в одну сторону, если он достает, а в другую нет, тогда надо так, ну, типа, чтобы... Ну, лучше больше, конечно, забирать. Вообще непонятно, не где он. Мне так нельзя, потому что... Или можно... Блять, нахер. Все, сейчас я сожру. Ну что, идиот. Ну сейчас, если его сожрут, то каюкс. Вообще, чтобы он обратно сразу скрыл. В болото. Может, не сожрут. Да тут тоже глюк, если непонятно сейчас. Если бы казалось, что он будет высаживаться, чтобы нет. Только время потеряли за посад... Ну, за то, что следствие обратно, короче. Потеряли времени. Ой, копатель. Да то, что не особо оно тут. Перманентно он набивает на конкретный тур, а потом он отъедает за то, что содержание сухого. Можешь ты сюда куда-то? А, просто пошел. Вот бывает тут, что он находит какие-то. О, да, типа так. Ну хватит что-то. Ход какой-то. А и так он находит. Значит, мы. А сюда. Пусть. Да, будем ждать сейчас следующий тур, когда. Золотой шлем. Ну, герой шлем появится, мы забыли. Ну, может, и на следующий завершит там тур на какой-то на сейчас. Бо. Конечно, бо. Дьявол. Тут они вышли куда-то погулять, но непонятно, типа тут зиккурат. Допустим, колдовством увеличить им рейндж. Ну, лезли по ним зиккурат этот, своему, освобождать, например. Но внутрь они навряд ли что заходят. Внешне, когда кто стоит, то может они... Гиганты. Тут как бы... Как оранжевый меч. Ничего кроме сильного, ничего такого. Сверх. Три мясконга. Ну я тут, да, под накасе.
Ну сотка, да, по-моему, да нормально сейчас. Половину восстановим. И, кстати, мы, да, потеряли немного армии, несколько армий. Ну, несколько и приобрели даже больше. Что там... Присты вот эти... Амбусы. Мы присоединились. Ну, ты, блин. Уф. Сможем мы отбиться от них? Компьютер нам навязал этот бой, блин. Он как бы случайно вышел. Ну, у нас есть это небольшой план. Ну, это так, чтобы они не обошли, чтобы у нас по одному как-то играть, что они обскакивали на дом. 12. Да он не одолеет сам столько, блин. Сумасшествие. Или даже эти прокачанные было так. У нас кроме шилда, по сути, ничего нет. 33 урона как справимся. У нас есть. А, moving target. Но он 20, стоит он только 2 раза. На 2 тура. Плюс 8. Вот эта паника, она только съест. Конечно, если один отряд бы сменил. Панически отступает. Шокирование типа шей. Не слушается уровень вообще нас или нет. Feel. Flee from enemies. О, escape, escape, спасение с поля боя, типа. Можно посмотри, сколько он процентов. Он навряд ли. 40. Вот это 52 хп. Кило. 25 только. А этот. Нам ах, точно, ну, который. Ну, навряд ли не хватит он. Анхули чемпион. А будет долго это опять. А сила духа у них 14. Резистанс. Адский. Кони. Да? Чарсу до расходу. Fire protection. У вардов 12 удар холла. Но не весь холл, а 4, это вообще чуть меньше. Оверхелм. Против пикинга и шилд. Нет, плюс 3, тоже опасен. Добавляю. Призватель в кого-то. Ну, призвать еще что-то. А у этого все страйк. Дим, короче, он все друг. Маленький удар, но он... Страйк первого наносит. Удар. 8. Защита 12 его вара. У этих 10. Нет. У этих первого удара, а у ледяных тут тоже 12. 52 хп, конечно. А сколько он говорит? Подъезд. По 15. Ну, что-то у вас сюда, но там будет стоять почти как 8. Ну, урона съедать. На 2 тура, то есть недолго. А это лечилка, можно себе подлечить, если, допустим, все сможет. Да? Облэшивает. 300 морали. Ну, можно мораль у них скорее нона. Вот его 300. О, вот он не даст ничего. Возможно, он даже был вот этих варгов. Ну эти майнд-контрол иммунити, он скорее всего